Итак, у меня получилось очищенного кабеля 56 килограмм, 655 грамм. Сейчас надо будет взвесить, сколько у меня получилось уже меди. Кабель, который был с медью, получилось 70 килограмм. Очистил я его, получилось 13 килограмм с копейками, можно сказать так. Так что всех благодарю, кто посмотрел данный канал, и продолжение следует. Так что, как говорится, до новой встречи. А я буду дальше собирать потиху медь. Так что всего хорошего.